дорогие коллеги! Кажется, я расшифровал подписи наших таинственных адресатов. Тогда сообщите, ну, пожалуйста, сообщите поскорее о своем открытии. Не томите, коллега, выслушаю вас. Мы слушаем. На мой взгляд, адресаты подписались сокращенно. Сокращенно? Сокращенно. Видимо, торопились. Ага. А полностью это звучит, вероятно, так. Пингвин Понг и пингвин Пинг. Конечно. Это письмо от наших давних друзей из Снегартиды. Интересно, о чем же сообщают наши друзья? Давайте прочтем их письмо. Давайте. Давайте. Читайте, коллега, читайте. Вот оно. Письмецо коротенькое, но, вероятно, очень важное. Да, да, итак, слушайте, коллеги. Много-премного. Простите, коллега, чего много и чего премного? Ну, не торопитесь вы, коллега. Ничего много, а кто? Вернее, это мы. Вот много-премного, уважаемые академики. Это мы уже выяснили. Дальше, дальше читайте. Мы случайно нашли невиданное животное, которого прежде в Снегартиде не бывало. А может, это даже не животное, а пришелец из космоса. Из космоса? Да. Если судить, потому что у него, простите, у нее имеются маленькие усики, похожие на антенны. Так. С нетерпением ждем вашего решения по поводу нашей находки, которая находится в данном конверте. В данном конверте? Горячий привет из холодной Снегартиды. Стоп. Нужно немедленно обследовать присланный экспонат. Прошу соблюдать спокойствие, коллеги. Минуточку. Итак, экспонат у меня на ладони. Взгляните. Что? Не понимаю, что это такое. У экспоната имеются коленные суставусы. Также имеются эти зеленые лактиусы. Совершенно очевидно, что находку Пинга и Понга можно рассматривать смело как классиус насекомус. Я бы даже с уверенностью сказал, что это кузнечий кус обыкновенус. Вот, обратите внимание. Впрочем, простите, внимание обращать уже не на что. Экспонат ускакал, так сказать, выпрыгнул в форточку. Ай-яй-яй, очень жаль, что он не оказался пришельцем из космоса. Мало книжки толстые, прочитать внимательно. Надо содержание помнить обязательно. Мы же академики, люди мы ученые. Никогда на белое мы не скажем черное. На теплой ладони академика я отогрелся, проснулся и удрал. А что мне там делать? Ведь нас, кузнечиков, в этой академии всевсяческих наук как облупленных знают. Ну, выпрыгнул я из форточки и на цветочную клумбу угодил в том же знакомом скверике, где за мной этот шустрый в штанишках выше колен гонялся. Тут он меня опять увидел и закричал: «Сейчас я его поймаю, сейчас я его накрою, сейчас я его сцапаю!» И чего ему от меня надо? Я ведь его даже лапкой не тронул. Гонялся он за мной, гонялся и на какой-то мост загнал и чуть было с очком не накрыл. Хорошо, что я вниз не побоялся прыгнуть. А под мостом как раз поезд проезжал. Я на крышу самого последнего вагона опустился. Везет меня поезд, а куда не знаю.
Одна станция, вторая, седьмая. Вдруг вижу на платформе надпись «Станция одуванчики». Ой, я даже глазам не поверил. Неужели это правда? Неужели дома? Что есть края иные, что в мире есть иная красота. А я люблю свои места родные, свои родные милые места. А я люблю свои места родные, свои родные, милые места.